Джорджик! Джорджик! Где ты, Джорджик? Где ты? Я тут, Пеппа. Ой, Джорджик, что случилось с тобой? Что происходит? Ты чего здесь лежишь, Джорджик? Почему не дома? Почему на полянке? И откуда столько сладостей вокруг тебя? О, Пеппа, мы были на дне рождения у кролика, и я все это съел. Ты что, Джорджик, так много сладкого? Ах, да, и тут еще осталось, я сейчас доем. Джорджик, нельзя так много сладкого, у тебя будет болеть животик. А, у меня очень уже болит животик, Пеппа. Ой, Джорджик, а что же делать? Мама с папой на работе, а у тебя болит животик. Я тебе даже не знаю, чем помочь теперь. Пеппа, ну ты же все знаешь. Придумай, может быть, есть какой-то способ помочь мне. О, конфетки. Джорджик, я не знаю. Я сейчас пойду возьму, наверное, шприц и сделаю тебе укол. Ой, 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 Пеппа, мне уже не так плохо. Не надо делать укол. Это очень страшно и больно. Джорджик, когда я была такая же маленькая, как и ты, то я тоже пошла на день рождения и объелась от торта. И когда я поела, и мне тоже болел живот, и мама мне сделала укол, а потом она мне дала аскорбинку. Аскорбинка – это что-то вкусное и сладкое? Аскорбинка – это такая таблеточка с витаминками внутри. И когда ты ее ешь, то у тебя организм быстро выздоравливает. А она вкусная? Ой, она очень вкусная. И у меня даже есть целая пачка. Ну, давай, неси свой шприц, я готов. Пойду за шприцом. Неси. Пойду за шприцом. Ты готов, Джорджик? Готов. Ой, мой животик. Ой. Ну, хорошо. Тогда я тебе сейчас скажешь, сделаю укольчик. Да, я тебе скажу, на раз, два, три ты почувствуешь, что тебя кольнет. Хорошо. Раз, два, три. Ну, коли уже, коли. Ой, Джорджик, так ты и не заметила, я уже уколола. Как, уже? Да, все, уже я сделала тебе укольчик. И совсем не было больно. Я опять смогу есть много конфет. Нет, Джорджик, много конфет – это очень плохо. Это то, что тебя привело к тому, что болит животик. Поэтому сейчас конфетки ты есть не будешь, а максимум, что будешь – это витаминки, которые я тебе сейчас и дам. Ты права, Пеппа. Когда болит животик – это очень плохо. Ух ты! О, сколько витаминок! А вот тебе витаминки. Спасибо, Пепочка, но несмотря на то, что у меня целая пачка витаминок, сегодня я съем только одну, потому что я понял, есть много сладкого, это вредно. Это правильно, Джорджик, ты большой молодец, съешь одну сегодня, одну завтра и так каждый день по одной. И тогда у тебя не будет болеть не только животик, но и вообще ничего не будет болеть. Беги скорей домой и съешь аскорбинку. Спасибо большое, Пеппа. Ты просто отличная сестра. А я пока чуть-чуть здесь уберу и, может быть, съем конфетку. А вы, ребят, не забывайте подписаться на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.